Время менять традиции еще ни разу. В плей-офф в истории КХЛ «Авангард» не проходил Акбарс. Казанцы считаются самым неудобным соперником для мячей. Наши хоккеисты провели накануне тренировку. Все основные игроки в строю, но вопросов у болельщиков меньше не становится. Сумеет ли тренер игровик Канарейкин победить жестокого бронза Белединова? Хоккейный эксперт уверяет, многое станет понятно уже 9 марта после первого матча серии, который пройдет в Омске. Смогут ли ястребы выключить из игры силовиков Захарчука и Свитова? Какую модель игры предложит «Авангард», который пока в этой паре фаворитом не считается? Мы знаем систему Белединова, мы много лет работаем в одной лиге, противостоим друг другу, поэтому, я думаю, никаких, в общем-то, секретов нет. Мы знаем хорошо Акбарс и этого созыва, поэтому готовимся планомерно, готовимся качественно, и никаких сюрпризов, я думаю, что ни мы им особых не преподнесем, ни они нам.